Приветствую всех бритвованов, всех любителей классического бритья. На сегодня у нас обзор, как ни странно, да? Не прошло и полгода, по-моему, с прошлых бритв. Но, как бы, дурная голова рукам покоя не дает, и поэтому представляю вашему вниманию. Но сначала хочу передать всем привет, всем, кто меня знает, а знают меня многие. И я знаю многих, поэтому хочу со всеми поздороваться. Также хочу передать привет всем, кто меня считает конкурентом, а таких много. Вздрогните, ребята. Приступим к обзору. На данный момент у нас две бритвы. Вот в таком вот исполнении. Тяжеленькие. С конкретной термообработкой. Ну, там, естественно, шайбочки стоят латунные 0,2 мм. Вот так это все выглядит. Сейчас плавно-плавно покажу. Сразу, наверное, напрашивается вопрос, да? Что за материал на оправе? Название не знаю. Единственное, знаю, что ее прислали напрямую из Японии. А спросить я его как-то не спросил. Что такое? Но очень-очень практичный. Практичный в чем? Вот блеск не теряется. То есть его можно вот по столу шваркать, а блеск не теряется. Сломать, к примеру, его сложно. Но если прям только молотком прям долбить конкретно и раздавить, но это можно даже металл раздавить клепкой. То есть если клепка будет распираться вот так вот, то, естественно, там даже сталь не выдерживает. Но если все с умом, то здесь все будет чинно. Не любителям моих больших шайб, они небольшие, посмотрите, они в тему. Но, кто считает, что у меня шайбы большие, тем на Авито. Там много всякого старого такого барахла с микрошайбами, которые развалены и которые меня постоянно просят уделать. Вот так вот. Опа! А вот это клиночек. Клин 75%. У англичан такой же, как у меня. Не у меня, как у англичан, а у англичан похожий на мой. Но им еще до моего клина как пешком до Китая. Зеркальная заточка. Волосок обязательно порежем, чтобы потом ко мне не было вопросов, что бритва была не заточена там. Что-то еще. Клеймо никакой не поставил. Что-то забылся. Как-то так делал бритву, делал. Потом смотрю, клейма нет. На лазер не принесу, там их уничтожают на лазере. Вот так вот. Кто там как держит? Кто там как держит? Я вот как держу. Идеальный хват. Хват японский. Можно вот так назвать. Как комиссори. Что за сталь? Наверное, возник вопрос, да? А сталь в этот раз такая, из которой я еще ни разу не производил ранее. Но мне очень понравилось. Сталь Бохлер К990. Углеродистая марка стали. С шикарной закалкой. Вообще, по фэншую, как говорится, все. Вот вторая бритвка. Они, в принципе, почти идентичны. Почти. Те же материалы. Та же сталь. Насечка только вот здесь сверху, снизу и другая. А снизу она вот такая. Сейчас макросъемку включится. О! Заточка. Также тоненькая, зеркальная. Но все по уму. Камни только приходится брать у одного бритвомана местного, потому что они у него всегда есть. А у меня уже нет финиша. Поэтому вот так вот. Приходится клянчить, бегать. Но он всегда у меня говорит, вот, кому-кому, говорит, а для тебя, говорит, всегда мои камни, говорит.
доступны и готовы к использованию. Вот так вот. И поэтому бритовки готовы полностью к бритью. А, давайте так возьму. Вот. Ну, кто считает, а таких много, что мои бритвы должны стоить там 3-5 рубля, то сразу же скажу, что должны, но не обязаны. Потому что они сделаны далеко на другом уровне в сравнении, например, с той же Трутвачей. Так что всем, кому нужно 3-5, это опять Навита и Трутвача. Вот как-то так. Кому нужно вот здесь какое-то красивое название, я, кстати, могу тоже писать там, там Мада Инхренаден и там братья и сестры, там все дела, аллилуйя. Аллилуйя. И все это будет. Но я подделками не занимаюсь, поэтому ничего там писать не буду. Всем, кому нужны такие надписи, тоже на Авито. Там все есть. Там и по 25, и по 45, и все хорошо. А сейчас мы порежем волос. Но прежде, чем мы это сделаем, я хочу немного анонсировать еще две бритовки, которые, в принципе, вот сейчас намечаются. Но они еще в процессе расковки. Они будут из сложного дамаска. С какой сложный дамаск, вы уже увидите, если получится, конечно, все хорошо. В итоге на обзоре. Но они будут уже реально дорогущими. И такой дамаск сложный в бритвах не может повторить никто. Потому что немцы начали из китайского дамаска лепить бритвы. Ну, видимо, насмотрелись у меня обзоров. И давай лепить по 45 тысяч и более за бритву. Ну, молодцы, конечно. Только дамаск китайский не подходит. Вообще никак не, это не бритвенный дамаск. Теперь я говорю так, да? Обычно мне говорили, что дамаск не для бритв. Дамаск не бреет. А теперь я говорю, что тот дамаск, который там для ножей, там, а тем более, который китайский, он даже для ножей не подходит. Для бритв он вообще не подходит. Но они из него делают. Но это же немец, да? Ему можно. Ну, пускай делают. Я не против. Главное, чтобы это совсем уж не настромились до конца с этим недодамаском. Так что этим ребятам еще очень далеко до нас. Очень далеко. Поэтому русская бритва впереди планеты всей. Все. Пойду волос надергаю у женщин. Ну что ж, попробуем. Надеюсь, будет видно. При выдергивании волос ни одна дама не пострадала. Как говорится. Так, блин, видно, не видно, видно, не видно. Надеюсь, видно. Главное, чтобы мне еще видно было, что я там вообще делаю. Блин. Think. Bring. Think. И так далее, и тому подобное. Ох, красиво, красиво, красиво. Сейчас я вам пальму показать хотел, но это не важно. Нафиг нам ваш палим, да, как говорится? О, растрогал. Так, блин, я в экранчик попадаю, надо вот так вот, наверное, то руки поднял уже кверху. А в монитор не смотрю. Смотрю на бритовку. Как отпадают хорошенько, красиво волосы. Вот. Это бритовка вот с таким, с такой насечкой. Это их особенная отличность. Отличимость, наверное. И теперь вторая бритовка. Так, ставим перед экраном, а то я, наверное, вам не показал половину в прошлый раз. Волос отпал. Деваться ему некуда. Отпадает, кстати, очень мягко. Интересно, ну не дергает. Просто касаешься, просто волос отлетает. Такое ощущение, что лазером отрезается. Нет этого такого дырк-дырк дергания. О, откусило. Откусило. Это вот с таким вот. Насечкой с такой. Все. Тест на волос пройден. Бритовки готовы для того, чтобы разместиться на сайте в свободном доступе. Вот как бы так вот. До новых встреч, до новых обзоров.